друзья. Буквально несколько минут назад стало известно, что на 77-м году жизни скончался известный всем актер и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации. Об этом в своем инстаграм сообщил Стас Садальский. Актер навсегда запомнится нам замечательным артистом, обладающим широчайшим диапазоном сценических возможностей, его талант гармоничен и многогранен. Это артист с большой буквы, прекрасный человек, верный товарищ, талантливый коллега. Его удивительные человеческие качества, искренность, доброта и щедрость души, всецело были отражены в каждой работе. Ушел Олег. Мне звонят, сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов. Ничего не лезет в голову, поделился актер в личном блоге. Это штучный актер, он никому не подражал, никого не копировал. Все, что происходило с его персонажем, происходило с ним самим. Он заставлял собственную душу пройти через обстоятельства жизни героя, иначе на сцену не выходил, для этого нужна большая внутренняя сила. На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Олег Марусев. Что послужило причиной трагедии, пока неизвестно. О дате и месте прощания с Олегом Марусевым его представители пока не сообщают.